Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете разъяснение по поводу того, как пройти тот или иной квест и что вы получите за прохождение данного игрового события. Если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь обязательно на канал, жмите на лайк за мои труды и старания. И да, ребят, я выкладываю видео, может быть, немножечко поздненько, но решил сначала получить официальную информацию по поводу того, на что конкретно эту маску можно поменять. Теперь давайте по порядку. Что необходимо сделать для того, чтобы ее забрать? Здесь необходимо сделать 487 победных боев за отведенные 5 дней. И это всего лишь каких-то 98 побед в течение одного игрового дня. Сказал бы я, если бы это были не победы, если бы надо было набросать 487 единиц урона. А здесь, блин, 98 побед. Это просто какая-то шиза. Ну, а если вернуться к тематике данного квеста, то тогда становится все понятно. Дело в том, что главной наградой здесь является не эта маска. Главной наградой является доказать самому себе и наличием данного предмета у себя в ангаре, доказать другим силу своего духа, выносливость и готовность проходить сложные испытания, даже если они кажутся, на первый взгляд, и, скорее всего, такими являются невыполнимыми. Ну, а что касаемо стоимости данной маски, то все, ребят, очень просто. Данную маску вы сможете обменять на 100 тысяч свободного опыта. Я надеюсь, я был вам полезен. Напишите свое мнение по поводу данного квеста в комментариях, обязательно почитаю. Ну, а еще буду благодарен, если поставите лайк данному видео. Пошел снимать следующее видео специально для вас и очень рад, что уложился в неполные 2 минуты. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.